Светофор для трамваев может появиться на перекрестке Красноармейская Арцебушевская в Самаре. Вопрос об установке светофора на перекрестке уже рассматривался, сообщили в Департаменте благоустройства и экологии города. Предложение направлено в Департамент транспорта. В этом же ведомстве решается еще один вопрос – введение по улице Ярмарочной от Арцебушевской до Пушкинской одностороннего движения.